Игра называется Теки-Теки Лунный ужас. Сделана в стиле PS1 с эффектами VHS, как будто видеокассета. Старт. Старт. Так. Дон. А, чё там? Что это? Читать. А, так, сейчас мне переведет. Так, Кихосава, произошел шокирующий инцидент. Было найдено тело убитого мужчины, разрезанное пополам. Полиция ведет расследование. Это было ударено топором. Угу. Любой. Полиция просит сообщать о любой подозрительной деятельности, что-то там, и сохранять спокойствие. Что это? Жители возмущаются и что-то там типа осуждают этот инцидент. Все понятно. Жители возмущаются. Так. Как могло такое случиться? Так. Нам надо... Мне перевели, нам надо сходить купить продуктов. О боже, мне надо взять шоп-лист. Шоп-лист. Это что у нас? Молоко, оливковое масло, что-то white rice, это, наверное, белый хлеб. Что тут еще? Снейки. Короче, продукты нам надо купить. Надо купить нам продукты. Ладно, пойдем. Где-то едет поезд. Я, кстати, могу бегать. Нифига себе. Так, сейчас, секундочку. У меня что-то переводчик прям с ума сходит. Применить. Комплить. Молоко, оливковое масло, белый рис. Амонище здорово. Молоко, оливковое масло, белый рис. Здравствуйте. Молока мне, оливкового масла и белый рис. О. Так. Grab instant. А, ну это типа взять. Все. Короче, ходим, ищем звездочки и собираем, потому что здесь не подписано, где что лежит. Текстуры в мясо. Поэтому надо искать. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня, бабуля? А, разговаривать. Разговор. Женские сказки что-то там сбываются. Она говорит про какие-то сказки, что они типа сбываются. О, еще что-то. Какие-то сказки как-то сбываются. А где еще? А, вот что-то было. Где? Я не вижу. Почему они сделали звездочки белыми? Че она говорит? А, она разговаривает с продавщицей. А я не могу взять. Почему?
Наверное, потому что я уже взял. Во, я взял. Пока они, короче, не прекратили говорить, я ничего не мог взять. Так, осталось взять молоко и белый рис. Молоко. А где у нас молоко? Я тут не вижу, чтобы звездочки моргали. Какие-то пиццы, не пиццы. Где молоко-то может быть? Молоко обычно в холодильниках стоит, но здесь ничего нет. Потому что старая пизда пиздит, да хуя, поэтому не можешь взять. Здесь газировочка. Может, молоко у кассы нет? Нет, у кассы, как обычно, одни кашалатки. Ладно, значит, где-то здесь оно лежит. О, это что такое? Это я что взял? Белый рис я взял. Осталось найти молоко. Ну, будем, значит, обсматривать все витрины, где моргают звездочки, чтобы найти молоко. Блин, нахрена его было так прятать? Это, наверное, только в России молоко стоит или лежит в холодильниках. В остальных странах оно стоит на витрине, да? О. Ну, естественно. Так. Мадам куда-то ушла. Мадам куда-то ушла. Мне нужно найти кассира, чтобы оплатить мой счет. Так, а кассира нет. Кассира-то нет, алло. Кассир ушел. Мне нужно найти кассира, чтобы оплатить свой счет. Пойдемте с другой стороны магазина глянем. Видимо, она, короче, ушла на склад и не слышит нас. Вот она. Так, а что ты здесь делаешь? Мне очень жаль, я пришел оплатить свой счет. Хорошо, я сейчас вернусь. Пожалуйста, подождите в магазине. Хорошо. Пожалуйста, подождите в магазине. Клоус. Закрыть. О, нифига себе, авария. Въебайтен. Пожалуйста, я хочу платить свой счет. Хорошо, ждите в магазине. Я ничего не могу сделать с ней. Типа вытащить труп. Он не вытаскивается. Ладно, хрен с ним. Была авария. Надо вызвать милицию. Полицию. Чтобы они приехали. Там полиция, скорая, пожарные, МЧС. Там кто еще? Там лихие. А вот она идет. Так. Добрый вечер. Она меня рассчитывает. Добрый вечер, мне нравится. Столько-то, короче, йен. 2750 йен. А что не так было с этой старушкой? Ничего необычного, я не знаю. Но она рассказывает какие-то странные истории. Странные истории на ночь. Мне дали сдачу 1000 йен. О! Закрыто! Да вы серьезно, что ли? Я видел здесь еще одну дверь. Че? Бумажка упала. Подобрать. Смотреть. Трайн. Билет. Билет, короче, на поезд это. Билет на поезд. А как мне теперь выйти отсюда? Ну, типа, двери не открываются.
Так зачем кассирю кредит, в чем проблема? Не могу, видишь? Оу, о май гад. Сейчас будут скримаки. Что происходит? Двери не открываются. Кассирша, короче, закрыла магазин и ушла. Какая хорошая. Так, тут валяется билет. Я помню, здесь... Там кто-то бегает. Там кто-то бегает. Не открывается? Ох ты, блядь! Ёпта, я испугался. Чё это было? Чувака порезало пополам. Охренеть, нажмите shift, чтобы бежать. Бежим! А куда мы бежим-то? Мы бежим домой же ведь, да? Все правильно? Так, надо курилку взять, чтобы бежать было комфортнее. Кто-то за мной бежит? Нет, никого не бежит. О, у меня выносливость закончилась. Офигеть, еще и выносливость есть. Тварь такая. О, капец. О, у меня аж мурашки. Вот это жестко было. Капец, я чуть не обделался. Это было вообще внезапно. Капец, блядь. Концовка одна из двух. Континье. Типа все что ли? Не, ну это был очень прям короткий хоррор. Прям очень короткий. Ладно, вторую концовку, наверное, смотреть не будем. Нам хватит одной, у меня чуть сердце сейчас не остановилось. Какая жесть все-таки это была. Не, ну прикольно. Прикольно. Мне такие скримачные хорроры нравятся. Спасибо за игру. И тебе спасибо.